Меня зовут Доматова Сардана, ученица 7 класса МБУ Санкёрская СОЖ. Тема моего доклада – читательский портрет моего сверстника. Безвратно ушло поколение читающих детей и подростков. Из самой читающей страны, какой была наша страна, чтение упало в самые низы рейтинга досуговых предпочтений подростков. Ученые из Института социологии РАН утверждают, что сегодня более 40% взрослого населения читают вообще. Актуальность данной темы неоспорима для каждого человека. Данная проблема государственного масштаба. Ведь не зря 2015 год по указу Владимира Владимировича Путина объявлен годом литературы. Подростковое чтение – эта тема волнует ученых, педагогов, библиотекарей. Однако однозначно ответить на вопрос, что же читают мои сверстники, и читают ли они вообще что-нибудь, мало кто может. Это и обусловило тему моего исследования – читательский портрет моего сверстника. Какую роль играют книги в нашей жизни? Они развивают нашу речь, выполняют словарный запас, приносят удовольствие и радость. Учат нас и переживают, дают возможность побывать в роли другого человека. Они дают нам все. Но почему же люди так мало читают? Почему из года в год снижается читательский интерес? Что читают мои сверстники? Читают ли они вообще? Кто является у них любимым героем? Чтобы ответить на следующие вопросы, мне нужно составить досье моего класса. Мной проведен опрос среди подростков. В опросе участвовало 20 человек от 7 по 9 класса. Результаты опроса следующие. Любят читать 5 человек, не любят читать 1 человек. Читают только что задали на урок литературы 2 человека. Читают развлекательную литературу 4 человека. Читают познавательную литературу 5 человек. Читают по принуждению родителей 2 человека. Эти цифры говорят о том, что снижен интерес моих сверстников к чтению. В своей работе я поставила цель. Выявить круг читательских интересов моих сверстников. Составить читательское досье, учащихся 7-9 классов. Составить список интересных книг на лето. Цель мною достигнута. Изучив читательские интересы одноклассников, я делаю вывод, что они имеют неустойчивый интерес к чтению. Любят читать 5 человек, у 16 человек есть любимая книга, у 10 человек нет любимых поэтов. 6 человек не знают, сколько времени у них уходит на чтение. 7 человек назвали чтение способом отдыха. В 14 семьях родители читают. В 9 человек считают, что чтение обогащает нашу речь, делает нас грамотными и развитыми. Я выяснила, что мои сверстники читают мало. В школьной библиотеке книг для внеклассного чтения не берут. В круге интересов детей литература всех жанров. Среди книг ребята отдают предпочтение фантастике и ужасам. Интересна им познавательная и приключенческая литература. Они мало интересуются авторами книг, новинками литературы, равнодушны к поэзии. Повышение интереса к книге зависит от нас. Моя работа – это первый шаг к развитию интереса к книге. Результатом моей работы является читательское досье учащихся 7-9 классов, список интересных книг на лето, проведение внеклассного мероприятия «Я читатель, это звучит гордо». Я подготовила для учащихся 7-9 классов электронный навигатор в мире нужных книг, куда включил перечень книг, которые ребята могут прочитать лето. Кроме того, я планирую в этом году выступить на родительском собрании и ознакомить родителей с читательским досье 7-9 классов, а также рассказать о роли семейного чтения. В конце учебного года организовать, подготовить и провести час общения «Мое читательское кредо». Участвую в вашешкольном конкурсе «Лидер чтения», и это лишь малая часть того, что нужно сделать для возрождения культуры чтения. Заканчивая работу, я хочу обратиться к учащимся со словами грузинского поэта Алио Марсхулава. «Ты ищешь знаний, мудрости земной, ты ищешь смысла жизни во вселенной, найди на полке книги и раскрой, источник мысли чистый и вдохновенный». Спасибо за внимание.